Одним из самых громких ЧП этого года стал пожар в ресторане «Золотая пагода». Основная версия причины возгорания – неочищенная вентиляционная система. Противопожарные правила регламентируют требования, предъявляемые к таким инженерным системам. Однако работа самих организаций, которые проводят их обслуживание, не урегулированы. Соблюдение норм пожарной безопасности в сфере общепита обсудили представители бизнеса и МЧС. 2019 год нам показал, что именно вот в ресторанном комплексе не выполняются, казалось бы, такие вот незначительные с точки зрения там, обывателя требования, не очищаются системы вентиляции от жировых отложений. И вот в результате этого на территории области зарегистрировано было 5 пожаров. Сергей Григорьев, представитель крупной сети ресторанов, говорит, что с сотрудниками МЧС работает еще на стадии проектирования объектов, что позволяет сделать отвечающие всем требованиям системы пожаротушения. Проверки пожарной безопасности в ресторанах проходят регулярно, и некоторые нарушения устраняются сразу, например, загроможденные пожарные выходы. Они не являются какими-то такими тайными и нацеленными на то, чтобы ну, там как-то, я не знаю, наказать, закрыть, применить какие-то санкции. Данные проверки происходят по уведомлению, и они всегда позволяют, ну, бывает такое, что что-то не досмотрели, что-то не доделали. Сотрудники ведомства на это всегда указывают и, более того, еще подсказывают, как, ну, как бы это максимально грамотно эти недостатки устранить. При проверках особенно обращают внимание на пути эвакуации и работоспособность систем пожаротушения и оповещения. Не менее 2 раз в год мы проводим именно отработку планов эвакуации, что в себя включает полное включение всех систем эвакуации, ну, включение систем оповещения в частности, да, и саму сигнализацию эвакуации всех, в том числе и посетителей, и персонала. Публичные обсуждения результатов работы надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области проводят уже традиционно. В 2019 году проведено 2409 плановых и 2336 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области пожарной безопасности. По итогам прошлого года в нашем регионе возбуждено более 4000 дел об административных правонарушениях, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Отмечается, что на данный момент в Самарской области наблюдается снижение количества пожаров, погибших и травмированных.